В эфире программа «Культура Хакасии», в студии Олеся Калиниченко. Здравствуйте. Национальный музей-заповедник «Казановка» готовит для своих посетителей новые экскурсии. В основу лягут итоги археологических раскопок и научной экспедиции, которые проводились на территории музея с 1996 года. «Казановка» и без того богата туристическими маршрутами и экскурсиями, но сотрудники музея обещают очередной раз удивить посетителей. Часть древних захоронений практически не тронута грабителями. Это древнее захоронение обнаружили типичным для Хакасии способом. Два археолога прогуливались по сельской дороге в районе Казановки и наткнулись на небольшие каменные выступы, которые оказались оградой могильника карасукской культуры. То, что здесь представлено на небольшом буквально участке практически все типы оград карасукской культуры. Здесь есть и в каменных ящиках, есть наземные эти захоронения, есть круглые ограды. Прямоугольные, квадратные, из вертикальных плит, из горизонтальных плит. То есть все разнообразие карасукской культуры, которую раскапывают на протяжении там, столетий, оказалось здесь на очень таком маленьком месте. Карасукская культура – самая распространенная на территории Хакасско-Минусинской котловины. Это эпоха поздней бронзы. 3500 лет назад здесь бурлила жизнь. Местность по тем временам была густо населена. Люди занимались разведением скота, знали земледелие, гончарное дело и бронзовую металлургию. Бронзовые украшения и оружие клали вместе с усопшими в могилу, а это привлекало древних грабителей. Была огромная плита, да, тоже. Вот, как, поэтому легко грабилось, как бы просто снимали плиту. В некоторых случаях просто в огромной толстой, если плита, то делали дырку, и так видно, как рукой все вот захватывали. В основном грабили, конечно, из-за бронзы, потому что карасукская культура – великолепная бронза. Из-за особенностей захоронения карасукскую культуру легко было грабить. Курганы невысокие, круглые ограды хорошо просматривались на поверхности. Николаю Боковенко с коллегами, можно сказать, повезло. Этот могильник разграблен частично. Несколько захоронений вообще были не тронуты. Это вот центральное такое сложное сооружение. Здесь 12 могил. Центральная была такая, видите, мощная ограда круглая. Здесь была захоронена женщина около 50 лет, видимо. И вокруг тоже захоронены женщины и дети. Здесь как бы мужчина находится, он захоронивается отдельно. Вот эти все ящики на восход солнца и на заход. Вот мы проделывали исследование, значит, 21 сентября, период равноденствия, все могилы вот основные ориентированы на последний луч, который падает из-за горы. В 2012 году Министерство культуры Хакасии приняло решение о музеификации данного памятника археологии. Был выделен 1 миллион рублей на завершение раскопок и на создание здесь туристического маршрута. Это очень интересный памятник. Людей всегда тянет на таинственный какой-то. Вот всем хочется разгадать какие-то тайны. Да? Особенно всех привлекает, конечно, археология. Что же там было в древности? Как жили люди? Как хоронили, в частности, раз мы на могильнике? Как хоронили? Каким способом? Что касается археологических находок, то все они уже отреставрированы и со временем будут представлены здесь же, в Казановке. Основу экспозиции составят прекрасная древняя керамика и бронзовые украшения. Личные украшения, различные вот серьги, височные кольца, потом украшения пояса, различные бляшки. Здесь тоже опять-таки серьги. Они сделаны были из бронзы, потом из золотистой бронзы. Сейчас это вид у них какой-то темный, на самом деле они были золотистой бронзы, напоминающей золото. Казановка – один из наиболее востребованных и интересных туристических мест Хакасии. Поток интересующихся древней культурой не иссякает даже зимой, не говоря про лето. Причем экскурсоводы отмечают, что с недавнего времени жители республики открывают для себя Хакасию. С каждым годом местных туристов становится больше. Что может быть полезнее чтения книг для духовного и интеллектуального роста человека? Только чтение книг на свежем воздухе. В Абакане уже не первый год работает летний читальный зал. Сотрудники Республиканской национальной библиотеки имени Доможакова каждую среду выходят на работу в парк «Орленок». Летний читальный зал, можно сказать, совместный проект библиотекарей и читателей. В течение года люди приносят в дар библиотеке свои книги. Из них формируется часть фонда выездного читального зала. Специалисты добавляют сюда интересную периодику, детскую литературу. И все это богатство раз в неделю, летом, вывозят в парк. Запросы читателей у нас очень разные. То есть кто предпочитает классику, зарубежную, русскую.
русскую классику, кто-то спрашивает детективные романы, кто-то спрашивает романы обычные. То есть запросы у нас очень разные. Летний читальный зал – это возможность не только полистать книгу на свежем воздухе. Если произведение понравилось, а дочитать не успели, книгу разрешено взять с собой. Также возможен обмен литературы. Я взял «Миграция животных». Тут сказано все, о чем мигрируют. Ну как мигрируют животные и какие мигрируют. Куда они перелетают или перебегают, или вообще переплывают. Мне больше нравится про динозавров книги. Интересное существо такое, старое, интересное. Летний читальный зал работает по средам, и я в эти дни по возможности стараюсь выбираться в парк, чтобы взять несколько книг. Сегодня я взяла 3 книги, рассказы Куприна, я очень люблю классику, и Расул Гамзатов. А что ты сейчас? Сейчас я читаю стихотворение своего любимого автора Эдуарда Осадова. Несмотря на новые технологии, электронную литературу и электронные читальные залы, проект «Книги под открытым небом» получился душевным и, самое главное, востребованным среди горожан. В течение 3 месяцев библиотеку в парке посещают десятки людей. Это дети, молодежь, пенсионеры. Отказываться от удовольствия полистать бумажную книгу российский читатель пока не намерен. Писатель, драматург, переводчик Илья Топоев – герой нашей постоянной рубрики «Писатели Хакасии». В его творческой копилке 15 пьес, юмористические рассказы, произведения для детей. Но своим главным трудом Илья Прокопьевич считает перевод Библии на хакасский язык. На эту работу у писателя ушло 20 лет. Если бы родителям Ильи Прокопьевича сказали, их сын будет известным писателем, они бы не удивились. С того момента, как Илья Топоев научился читать, он не выпускал книги из рук. И мы каждое лето, я считаю, что все эти школьные каникулы проводил с овцами где-то в горах. И что там делать? Брал книги, полный мешок, весь мешок там, и читал. Пока овцы ходят, пасутся, я читал. И все равно делать было нечего, и когда много читаешь. Несмотря на любовь к литературе, в юности Илья Прокопьевич мечтал быть профессиональным художником, но не получилось. Затем молодого человека потянуло на таежную романтику. Илья Топоев поступил на охотоведа, и здесь карьера не сложилась. В итоге он стал студентом хакасского отделения местного филфака, а затем продолжил учебу в Москве в литературном институте имени Горького. По специальности переводчик художественной литературы. В 1991 году ему предложили перевести Библию на хакасский язык. Работа в общей сложности заняла 20 лет. Это основная моя работа. Если бы даже я не написал других вещей, это только перевел бы Библию, это уже мое имя осталось как в истории нашей литературы, потому что больше и никто, наверное, думаю, не переведет Библию, а Библия останется пока уже на долгие годы и, наверное, это как бы будет памятником сохранения хакасского языка. Таланта Ильи Прокопьевича хватило и на написание собственных произведений. Юмор и сатира являются его основным писательским оружием. Этот творческий метод получил заслуженное признание читателей, литературных и театральных критиков. У меня отец был такой юмор, но поэтому, когда дети, они там друг другу в деревне соберутся и начнут там рассказывать, наверное, я тоже ухватывался. Потом, когда начал писать рассказы, я сразу быстро прославился, потому что наш народ любит больше читать юмористические, чем серьезные книги. Я люблю больше, как бы, чтобы люди смеялись. Я трагедии не смогу написать, кажется, что... Удачно сложилась у Ильи Прокопьевича карьера драматурга. Первая пьеса «Страдания и Кентия» и сразу попадание в десятку. Все 4 премьерных дня зал был полон. Алиса Алексеевна Козлазова говорит, у меня скоро юбилей, вот для меня вот специальную пьесу напиши. Ну, я у меня как-то уже вдохновленный. Я где-то тоже за 2 недели написал пьесу «Опора моя». До сих пор где-то идет эта пьеса. Но эту пьесу они быстро поставили. Это режиссер Осычаков, Андрей Осычаков. И потом пошло, и потом Читаген подключился. Они для меня говорят, давайте для детей сказки. Всего в Театре Хакасии поставлено 15 пьес для детей и взрослых. Сегодня Илья Топоев активно занимается общественной деятельностью. Он редактор 2 детских журналов на хакасском языке, возглавляет отдел литературы в газете «Хабар» и продолжает писать. В планах изложить историю Хакасии в доступной, увлекательной форме для детей. Интересно, что были вот так, иллюстрациями.
и обложка была. Сейчас возможность есть цветные обложки. Сейчас действительно есть возможность издаваться, поэтому обижаться как бы нечего. Главное писать и писать, а издавать-то будут издавать. 15 августа в музее-заповеднике Казановка пройдет один из самых вкусных хакасских праздников «Алтынас». Опытные хозяйки будут готовить десятки блюд и напитков из самой традиционной хакасской еды – талгана. Организаторы обещают удивить новичков и поразить гурманов. О том, как прошел праздник «Золотое зерно», мы расскажем в следующей программе «Культура Хакасии», которая выйдет в эфир 19 августа. Всего вам доброго и до встречи!